Ребята, всем привет! И сегодня будет разбор 72-й серии Skibidi Toilet, часть 2, без всяких комментариев. Сначала мы видим, как это происходит на конце первой части, начало второй части. Я в прошлом разборе уже говорил, что тут он говорит, поэтому перейдем к делу. Естественно, G-Toilet включает все свои лазеры и направляет их на этого астротуалета. Но он не сдается и дает отпор. Однако G-Toilet очень умно поступает. После этого тут включает гениализм свой астротуалет. Но все равно гениализм опять же включил G-Toilet. Он свою маску одевает, и тут начинается расколбас. А далее после этого в астротуалета влетает, напомню, сейчас я вам, один из Skibidi самолетов, а точнее Skibidi, которые камикадзе. Короче, и после этого он начинает выстреливать их, G-Toilet пользуется этим, и в итоге астротуалет падает. После этого он говорит: «Хватит игр», отворачивается от выстрела и начинает избивать G-Toilet'а. Но G-Toilet стоит спокойно, потому что знает, что у него кое-что есть для него. И сюрприз, после громкого сверхмощного ора, который сильнее, чем спикер, взрыв из колонок начинает бросаться на астротуалета. Астротуалет улетает сразу. G-Toilet понимает, что тут что-то не так. Астротуалет врезается. Но G-Toilet решает дать отпор. После этого G-Toilet слышит очень много звуков телепортов. Стоит спокойно, понимая, что сделает свой опять коварный, знаменитый, сзади лазерский. Ну и вот, короче, G-Toilet решает тут слегка сдастся. Астротуалет говорит: «Сдаться тебе – это лучшее, что ты можешь сейчас сделать». Далее G-Toilet передает одну обычную энергию. Но он говорит: «Это все, что ты мог дать мне?» G-Toilet хитрит. Это не то, что вы подумали. Фиолетовые партиклы могут иногда контролировать. И чем пользуется G-Toilet? Ломая полностью этого астротуалета. Но тут-то он себя начинает уничтожать, а G-Toilet жестко смеяться. Этот отрезает, естественно, себе руки, но один втыкается ему прямо в шею. После этого они падают. Итак, после этого астротуалет... И да, астротуалет начинает себя губить полностью. Его контролируемые руки. Но в итоге астротуалет поднимается полумертвым и уже готовится к бою, но в последнюю секунду его спасает какой-то комбайн Астротитан. Он швыряет в этого G-Toilet'а какой-то снаряд. Опять пытается, но ему помешал спикер Титан, который отлетает, думая, что это его спасет, но суперволны его уносят, и он улетает. После этого спикер Титан злится, так что выпускает полную мощь на G-Toilet'а. А далее приходит Титан TV-Man и уже начинает выпускать красный свет. После этого G-Toilet улетает. И да, кстати, ракета все еще жива. Мы можем увидеть, что Титан TV-Man говорит: на этот раз ему не сбежать. Но тут вот самое интересное, ребята. Мы видим, когда камерамен Титан поднимает руку Астротуалета, он начинает говорить за план Джермена. И серия заканчивается. Перейдем к моим теориям. Фиолетовые штучки означают контроль. И далее мы можем увидеть то, что он сломан. Что еще хотел подметить? Ребята, мы можем увидеть, как он снова хватает там. Это такие вот партиклы. Да, ребята, теперь к моим теориям реально переходим. Фиолетовый партикл означает, это уже контроль над
своим телом. Ну, точнее, за тебя будет контролировать кто-то, либо герой, либо злодей. Переходим далее. Астротойлот оказывается механизированной, а не родной, как мы думали. Ну, в смысле родной, я хотел почитать то, что эти свойства у него сделаны не природой, а их собирали из обычного Тойлота высшего ранга. Далее, хочу сказать то, что спикер Титан все еще заряжен. Далее, мы можем видеть там то, что у спикера Титана все еще зарядка осталась, так как у него лазер светится полностью только красным, а не мелко красным. Можно увидеть, как Титан ТВ-мен тоже заряженный и пустил всего лишь 3 телевизора. Еще хотел подметить то, что у Астрокомбайн Титана отличается конкретно его снаряд. Он мне напоминает на БФК-10 или на биопушку. Также, как ни странно, можно увидеть то, что он является красного цвета. Но по фактам у него обыкновенный тойлет, которым можно уничтожить запросто. Далее, вот как камерамен Титан смог заговорить, есть одна теория. То, что это говорят и за него его датчики, либо же встроенный микрофон. Также мы можем заметить, что ракета все еще здесь стоит, и они покидают Альфа Хиллс. Еще новая деталь. Энергию можно передавать, но у каждого партикла в виде тока есть свое значение. Красная у спикермен Титана – это полная зарядка до сверхмощи. Желтая – это полная зарядка Скибиди Тойлот. Фиолетовый – либо же это контроль над телом, либо же полная зарядка Титана ТВ-мена. И да, кстати, мы можем видеть то, что броня у Джетойлота есть еще на самом туалете. И мы можем видеть то, что провода, которые идут от 2 лазеров, прямо ведут к башке, как ни странно это бы звучало. Переходим дальше. Новая способность Скибиди Астро. У них есть кинжалы на каждом шагу, а точнее на каждой клешне. Вот этот прием мы видели в той серии, когда хотели убить Джетойлота, смыв его, но в итоге у них не получилось. А также это напоминает на прошлую 65-ю серию. Но, ребята, мой разбор подходит к концу. Я вам рассказал свои теории. И да, они находятся до сих пор на карте Surface Tension из игры Black Mesa и все еще не могут уйти оттуда. Дальнейшая локация будет уже с чем-то другим связана. Но самое странное будет то, что мир Астротойлотов будет, например, по типу Зена, только в альтернативном виде. У меня уже теория появилась, то что у Астротойлотов есть своя вселенная, либо мир. Так как понятное дело то, что не понять, откуда у них такие сверхтехнологии, дающие им огроменную скорость. Ну что ж, ребята, удачи. Пока.